Здравствуйте, дорогие друзья! Обращаюсь к жителям, гражданам, негражданам Америки, которые проживают сейчас в Соединенных Штатах, непосредственно в Нью-Йорке, во всех его районах. Регистрируйтесь под Настю, я это помогу вам сделать. Заходите в проект, который существует уже 5 лет. Это сетевой проект Lami9 или фирма LPGM. Его знают уже во всем мире, и он зарекомендовался прекрасно с точки зрения восстановления здоровья. Это факт, бесспорный факт. Продукт уникален, и он на сегодняшний день единственный в мире. Приглашать в него очень легко с точки зрения того, что нужно владеть искусством рекламы. А в этом я уже вам помощник со своим более чем 20-летним опытом для того, чтобы регистрировать к моей дочери. Я хочу ее создать по возможности будущее в Америке. И, безусловно, являюсь специалистом по рекламе, а это и есть приглашение в данной ситуации. Нужно просто как можно шире извести максимально огромное число людей об этом проекте. Все остальное он за себя и продукт, и проект уже давно сказал. С выплатами проблем нет. За 5 лет не было ни одного какого-то проблемного момента. Сам продукт развивается. В этом году выходит 5-й по счету уникальный продукт. И именно на базе ламинина это крем для лица женщин, для кожи лица женщин. Как говорят, там, где уже его испытали и ждали очень долго, это воистину революционный и уникальный продукт. Ну и сам ламинин, правда, уникальный. Я прошел через приговор медицины однозначный. Жить оставалось 1,5 года. Заболевания были у меня самое серьезное, к сожалению, что существует на сегодняшний день, и те, которые современная медицина априори не лечит. Ламинин в этом не помог. Он не лечит. Он уникален по своему свойству и, как, грубо говоря, строительный материал дает возможность на основе записи в ДНК самовосстанавливаться нашему организму. А самовосстановление, как вы знаете, заложено изначально Богом, природой или в наш организм. Ну, не хватает стройматериала. Ламинин это дал. Поэтому добро пожаловать в проект. Если что-то непонятно, обращайтесь в любое время. Сегодня мир сузился до скайпа. Неважно, где вы находитесь, где я нахожусь. Важно, чтобы я мог дать нужные знания для вас. Чтобы вы не пришли на голое пустое место, на обещания, а потом, как это очень часто бывает, к сожалению, вам некому даже и подсказать, что же делать дальше. Я не то что подсказываю, я веду за руку по всем нюансам, хитростям, которые изучил за 20 лет, тем более работа командная, тем более от того, как будет развиваться Настя, зависит и благосостояние мое, а оно зависит в первую очередь от того, как будете развиваться вы. То есть, если вы не будете богаты, то бессмысленно все начинать. Я могу это делать и делаю уже не один год с точки зрения обучения. Это моя дорога. Я и в этом проекте неплохо себя чувствую. Но мне все-таки хочется дочь, чтобы развивалась именно в Америке. Поэтому добро пожаловать в Skype, любое удобное для вас время. Разница не имеет значения. Будем работать тогда, когда удобно вам. Работаю как персонально, так сегодня и со многими уже проводим большие конференции обучающие, потому что партнеров много. И все в порядке. До свидания, всего доброго. До встречи.